Чигары мы не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники. В детстве я любила собирать конструктор, но сейчас мне выпала возможность поиграть в Лего по-взрослому. Мы идем управлять краном. Мы находимся сейчас в профессиональном училище номер 13. Леонид Федорович, вы сегодня мой инструктор. Давайте рассказывайте, что это за штуковина. Ну, это механизм грузоподъемный. Поднимает груза, которые необходимы для настройки. То есть я сегодня смогу поднять очень какое-нибудь большое, что-то тяжелое, слона? Смогу поднять? Слона-то поднимем. Вместе? Если он не 14 тонн. А я сейчас нормально экипирована? Я могу вот в этом прийти и... Надо соответственно форму, в которой положено работать, настроить. Но я все-таки попробую, может получится. А то погибнут в неизвестности, да, моя любовь. Все, я царь горы, я этот, чемпион, чемпион-крановщик. Мои страдания. Высоко тут? А это педаль? Это педаль газа. Здесь педаль газа расположена так неудобно, что мне даже ногу до туда как-то не дотянуть. В каблуке точно. Ну что, пойдем же перевоплощаться. Отправляемся в нашу гримерную за комбинезоном. Ну как, Леонид Федорович, а? Вот теперь по форме одеты. Вот это я понимаю, другое дело. Удобно. Здесь хоть танцуй теперь. А пристегиваться тут надо? Ну, если самолет, лучше выпрыгивать, чтобы выпрыгнуть при аварии. В общем, если что, катапультируемся. Это нужно сделать вот так, чтобы нажать. Ускоренный мастер-класс по управлению краном пройден, можно уже начинать. Хотя тут все трясется, дрожит, очень страшно. Я знаю, что для начала нужно вот эту вот штучку так, опа! Майна! Ну что ж, это, конечно, не Лего, но краном оказалось управлять тоже очень интересно. Доброе утро, друзья! Не сомневайтесь в себе и не бойтесь экспериментировать!